Я хочу вас поздравить с праздником, с 8 марта. Хочу вам пожелать всего хорошего и исполнения всех желаний. Спасибо, всего, спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, спасибо. Как вам такая акция? Ой, знаете, я очень рада получить весенние цветы весенним ярким солнечным днем. Очень приятно. Спасибо большое тем, кто это организовал. День 8 марта и правда выдался солнечным. Подарить еще больше солнца и хорошего настроения решили бойцы юноармейского движения. Букеты мимозы в руках, как символ любви. Именно эти цветы, как и женщина, воплощение хрупкости и нежности, но могут выстоять и готовы зацвести даже в холодное время года. Хотим поздравить вас с 8 марта, спасибо с таким прекрасным большое. Днем. С 8 марта. Спасибо здоровья большое. Вам, счастья и успехов. Спасибо, очень приятно. В адрес прекрасных дам сегодня звучат самые искренние пожелания. В Мордовии дарить эмоции и предпраздничное настроение начали еще несколько дней назад. Акция проходит по всей Республике Мордовия. Уже 4 района приняли уже участие в этой акции. И сегодня вот все остальные районы также примут участие в акции «Километр красоты». Ну и вас, дорогие девушки, хочу поздравить с 8 марта. Пройдя символичный «Километр красоты», юноармейцы подарили настроение десяткам женщин и девушек. Валерия Никитина, Александр Овчинников, «Народные новости».